Я представляю себе будущее Иркутска таким образом, что центр его сохраняет деревянную застройку, только превращенную в нормальное, благоустроенное, современное жилье. Сохраняет зелень, которой, слава богу, в центре города, в этой усадебной застройке много. Сохраняет этот масштаб, сохраняет декор. А на периферии, пожалуйста, давайте строить крупными жилыми районами жилье для тех, кто в нем нуждается. Может быть, даже за границами города.